Это на первый взгляд бассейн небольшой. На самом деле волны в нем не раз уходили за борт. Настолько азартным было прохождение эстафеты. Хозяин водной стихии «Нептун» внимательно наблюдал за участниками соревнований. Ведь именно он давал непростые задания. Протащить льдину, найти морские сокровища, нырнуть в подводные гроты. Дошкольников ожидали настоящие водные приключения. А тебе нравятся вот такие соревнования? Да. А что самое сложное было? Собирать камушки и нырять. А нырять уже умеешь? Да. Только сегодня научилась? Да. Я умею плавать. Мы с мамой ходим по выходным в бассейн. И всей семьей. Насколько же полезный такой вид спорта, как плавание? Ну, вдруг кто-то тонет, и ты можешь его спасти. Для детей развлечение и игра, для взрослых же такие соревнования – выполнение важных задач по воспитанию. Оздоравливаться наших детей и готовиться к летнему сезону, чтобы ребятишки не боялись воды, легко плавали, чувствовали себя на воде свободно. Развитие детей – это самое важное, что они учатся у нас. На таких мероприятиях они нас учатся всему. Привыкают, да, к здоровому образу жизни. Соревнования на воде – первый опыт дошкольников в рамках программы «Дети России образованные и здоровы». Организаторы уверены, что еще один способ приобщения к активному образу жизни обязательно войдет в спортивный календарь дошкольников.